будь осторожен. Воспоминание разделено. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным воспоминаниям. Все перемешалось. В колониях скоро начнется 7-летняя война. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем. Верно? Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайль и Коннор умерли. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и всегда. Я знаю, но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает что-то о шкатулке. Они шевальнули из нас в конце. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это? Сам толком не понимаю. Я много говорил об этом с Ахиллесом. Покажите слова его. Паруса отдать! Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайль по нору. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Они приближаются! Шхуна, судя по всему... Готовы! Столкновение! Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Только скажите, Кэп. С потерей. Как и все. Я знаю, но столько времени прошло, а мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает что-то о шкатулке. Они, шевалье, ждут нас в Сент-Джоне. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Сам толком не понимаю. Я много говорил об этом с Эдемом. Думаю, что может показывать слова его вас. Почти на месте, капитан. Охотник ждет нас. И шевалье. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтечи. Бортом!
Шевалье, что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил 3 корабля ко дну, но... Креча чуть не последовал за ними. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Самуэль Смит рыщет повсюду в поисках ответа. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь. Сможете найти его здесь. А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада. Но в 2 раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Пожалуй, я присоединюсь к вам. Что ж, вперед, господа. А ты в приподнятом настроении. А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган теперь есть таран Медарис. Я слышал о таком устройстве, но никогда не видел его в деле. А что со Смитом? Он где-то здесь? Ага, плавает где-то поблизости. Возможно, шкатулка предтечь у него. Так найдем его? Вот он! Идеальное время. Леди Удача снова на вашей стороне. Он заметил! Погоню! Не стреляйте! Мы можем повредить шкатулку или утопить ее. Это лохань может всплыть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Он очень умен, но здесь не его страх. Ты мочи тамплиера. Не представляю, что он. Может, у него была встреча? Или нарвался на пиратов? Он чинит корабль. Что-то случилось. Если бы мои союзники на кораблях, я бы знал об этом. Он долго был в пути. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках Смита, так ведь? И если убрать его... Вашингтон доверил ему шкатулку предтечь. Она все еще у него. Шейкрафт, сначала шкатулка. Так, топить нельзя. Или попасть на корабль, или прижать к берегу. Капитан, он прорубает лед. Похоже, не только у тебя есть таран-ледорез, Шей. Хоть бы наш сработал не хуже. Лед поддается! Отлично! Путь свободен. Да, снова тебе повезло. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. В этих водах засада! Отправим этих каналей в ад! Смит, не добрый день! Блин! Thank you.
не вижу корабль Смита. Сначала надо разобраться с этим. Это что за чертовщина? Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя. Отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти. Нас подбили! Нас задели! Повреждения! Ветер крепнет, Шень. Этот снаряд нас зацепил! Мы знаем, куда он плыл. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Впереди утес, сэр! Убавить парусов! Якорю! Плыл. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Как в воде! Thank you.
Знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно.